Друзья, я нахожусь на основном аккаунте, хочу показать еще одну колоду, колода 3 мушкетера плюс королевские кабаны. В свое время я очень фанател от карты 3 мушкетера и любил разные с ними колоды. Вот, потом как-то, вот, не знаю, не пошло, надоели что ли. Но вот я опять хочу как-то с ними поиграть, либо на твинке их использовать. И здесь еще интегрировали мы сюда королевских кабанов. Эту деку я не сам придумал, а взял у своего соперника. Мне очень она нравится, я уже с ней поиграл. Вчера катал гранди, сегодня вот сейчас играю 5-2. Но вы не смотрите на мою статистику, вы же знаете, что я лох. Ну, я, честно, плохо играю в грандах, поэтому... От статистики колода не будет хуже, поверьте. Тем более я, если вам интересно, проигрывал не самым слабым соперником. Вот я проиграл парню, у которого 6-100. И выигрывал также парней, у которых есть рекорд 6-100 кубков. Поэтому сейчас я проведу парочку онлайн-каток. И это, скорее всего, предпоследнее, ну, одно из последних видео, где я, в принципе, про новые колоды гранды, да, сейчас... Не, я все равно буду снимать гранды, просто... Перед тем, как я определюсь с колодой на твинке. Это предпоследнее видео, наверное. Будет еще один видос, где я буду определяться с колодой. И вот завтра уже, скорее всего, будет новый ролик на моем новом аккаунте. Пожалуйста, примите участие в голосовании. Подпишитесь прямо сейчас на канал. Поставьте лайк видосу. И на мой ВК подпишитесь. Ссылка в описании. Завтра, скорее всего, будет голосование. Я об этом анонсирую. Выберите колоду. Какую колоду выберем? Такую и буду прокачивать на новом аккаунте. Ну, я уже, в принципе, для себя определил некоторые. Ну, вот завтра будут голосования. В общем, погнали, поиграем. Надеюсь, сразу не будет 5-3. Хотя бы парочку каток. Вот, после этого, может, покажу какие-то повторы, где я играл в грандах. Я, в принципе, неплохо отыграл против Хога 2.6. Особенно последний повтор мне понравился. Вот, я там думал... Вообще, Хогу 2.6 я проигрываю этой декой, да. Ну, а вот предыдущего соперника я выиграл. Не понимаю, почему так долго ищет соперника. Может, это из-за того, что теперь онлайн небольшой в рояле, и в гранды сейчас никто не играет. Окей, подождем. Сколько же это будет лупа крутиться, блин, я не понимаю. Сколько... Неужели в гранды не играют? Что происходит? Сейчас 6 вечера. Да. Ого, ура, нашло. Крис, отлично. Дека, в принципе... Чем-то похоже на королевских кабанов, ну, дека с королевскими кабанами, тоже быстрый цикл, но здесь еще 3 мушкетера. Вот, сейчас посмотрим, что с этого получится, хотя я уже как бы играл, но проиграл голему, Хогу 2.6 проигрывал бывало, вот, так в целом нормально все. Окей, давайте тоже валькирию с этой стороны, я немножко приболел, поэтому вот будут такие вот косяки. В принципе... Можно сделать сплит мушкетов. И можно, в принципе, сделать... Кинуть бревно на вот это все дело. Жалко, что это не двойной эликсир. И я не могу сейчас подкинуть кабанчиков. Отличный урон там от мушкетера. Я, в принципе, думаю, что дровосека дефать не надо. Хотя скелетиками можно было бы задефать. До хера нанес урона. Говнюк. Ладно, забрасываем кабанов. Я думаю, что он до валькирии еще не прокрутился. Валькирия просто очень хорошо их дефает. А, нет, прокрутился, ну ладно. Сейчас задефаем валькирию спокойно с помощью охотника. Нормальный урон, смотрите какой урон. Если бы бревно какое-то было или ледяный дух, то он бы нормально задефал. А так без помощи... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте поближе, чтобы охотник подошел. Блин. Так, бревно надо срочно. Бревно надо. Так, отлично. Ить-ить-ить. Ты куда, блин? Разогнался. Опасный, опасный мегарыцарь. Так, я понял. Значит, у него и фаербол, и мегарыцарь. Ой, нет, только не ведьма. Ненавижу ее. Ой, ненавижу ее. Я не знаю, как дефаться сейчас. Вот правда не знаю. О, отлично, прокрутился до валькирии. Тихо, 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 тихо. Ой, как мне повезло, что я прокрутился. Ой-ой-ой, я прям вообще в шоке. Давайте закидываем кабанов. Скорее всего, будет Мега Найт. Но я в шоке, если он его выпустит. Ага, отлично. Просто, ну, сколько эликсира я... Ой-ой-ой, как же он под бревно подставляется? Вообще неправильно играет парень. Тут я неправильно выпустил вальку. Здесь я кину фаербол. Фаербол. Так, в принципе, замечательно все пока что. Здесь я охотника скину и подкину ледяного духа. Также подкину так вот бревно. Готовим сейчас валькирию.
20 секунд еще, ну, в принципе, он еще может успеть забрать мою вышку. Вот, так, давайте, так вот, вот так вот. Так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так вот. Отлично. Валька, хорошо сыграл. Я думал, что проиграю. В общем, вы увидели, да, что колода, в принципе, могёт. Ну, опять же, смотря какой соперник перед вами. Естественно, она не, как-то, не непобедимая. То есть, естественно, что ее много чего и контрит. Вот, но мне очень она понравилась. Кто любит играть с тремя мушкетами, ребят, ну, прям... Дека, просто пальчики оближешь. Вот меня вот, пугают эти кланы с легендарных лиг. Они такого реально ужаса на тебя навеют. Потому что смотришь, блин, у него легендарная лига. Значит, он хорошо играет. Что делать, как выиграть? Переживаешь за это. Так, ну там по-любому есть ракета. Давайте проверим. Ага, он не хочет ракету выпускать. В любом случае мы делаем сплит мушкетеров. Вот такой вот. Так, даже если он и выкинет ракету, она по вышке не попадет. Валькирию он слил, поэтому нам ничего там особо не грозит. Сливает он бревно. И смотрите, как мы сейчас прекрасно заходим вот здесь. Максимум, что он может сейчас банду гоблин. А, еще ж разбойники, я за них забыл вообще. А кто бьет мушкетера, Охренеть. Так, пожалуйста, только не дефа, не дефа скелетиков, отлично. Давай бочку с гоблинами. Смотрите, какой, ребята, урон я выдал. Шикарный, да? Так, здесь ба... Ёб твою! Извините за, за маты. За матюки. Красавчик. Я вот не красавчик. Блин, подловил. Ну зачем ты? Не надо троллить. Ну, красавчик, я тебя тут хвалю, короче. Видос ты ко мне попал, а ты еще меня там троллишь. Ты меня не тролль. Так, сплит мушкетов. Бам. Найс. Тык. Я даже не знаю, что... Ну, там Валькирия будет сейчас однозначно. Должна быть, наверное. Хотя нет, смотрите, ничего не выпускает. Ладно, ладно. Так. Вот сейчас у него Валька есть. Ой-ой-ой, а что ж такое? Как хорошо, что у меня не было бревна. Он бы опять меня развел на вот эту фичу. Так, ладно. Валькирия. Бревно, окей. Так. Сплит мушкетов. Надо быть... Ну, я тут проиграю. Тут я, скорее всего, проиграю. Потому что... Опа, ракета. Окей. Фаербол. Надеюсь, в этот раз нормально кину. Да, нормально. Не, ну он, конечно, тоже идиот. Постоянно кидать бочку так, чтобы я... Ну, типа, как это? На лоха или как она называется? Обманка. Он сейчас быстрее прокрутится до бочки. Хотя уже все, уже поздно. Так, поехали. Кабанчики. Бля, вот это плохо. Это сейчас Валька задефит их спокойненько. Так, давайте фаербол. Фаербол, хотя бы чуть-чуть урона нанеси, а. Так. Вот так. Здесь Валькирия. Ой-ой-ой, как хорошо-то. Ой-ой-ой, как плохо. Как плохо. Тихо. Да, все, проиграл. Эх, я был рядом. Много было моментов, где я тупил. Вот если бы я бревном бы реально не промазал по гоблинской бочке, такой бы дичи не было. А так, в принципе, мне нравится колода все равно. Я бы его обыграл, если бы реально... Вот единственный момент, если бы я вот это с бревном... Два раза, да, по-моему, затупил с бревном. Если бы не затупил, у него вообще шансов не было. Вы видели, как я его прессовал? Ну... А, ну, пацаны, ну, тут еще 6600 рекорд. И правда, вот серьезно, вот если бы не эти два момента, я бы его нагнул. Ну, согласитесь, он вообще меня еле дефал, там пропускал намного больше урона. Вот, ну, что я хочу сказать. Подытожим. Ребят, дека, в принципе, прикольная. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Брать ее на твинке или не брать. Нравится вам она или не нравится. Интересно вам будет смотреть или же нет. Дека мне зашла, но с ней, конечно, тоже нужно много разных вот этих
моментов понимающих, потому что я вот против гиганта проиграл вообще в нулину, я не смог быстро дефаться от гиганта, как вот этот гигант 3 спала особенно. Не знаю, некоторые деки, конечно, мне как-то контрят. Ну, на каждую колоду есть контр, тут как ни крути. Вот, напишите в комментариях, что по этому поводу думаете. Приходите ко мне сегодня на стрим, я буду еще играть сегодня, будем определяться. Надеюсь, в скором времени сделаю 12 побед в гранде. Ну и следите за моими новыми роликами. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Я вам желаю удачи, не болейте, не проигрывайте. Всего вам хорошего и до новых встреч. Всем, друзья, пока.